Хейл, гайс, мы продолжаем проходить игру под названием Секира. Окей, я вернулся вот сюда, в храм. Давайте я, наверное, посмотрю вещи, которые у нас нашли. Что это там у тебя? Где ты взял этот палец? Обезьяна-страж в опустошенных долине. Я нашел его в его животе. Ясно. Подумай только, он был в брюхе обезьяны. Дай посмотреть. Прикреплю его к протезу. Показать протез Синоби, установить в протез новые инструменты, пистульку, да, улучшить инструменты. Так, мне, опа, все, то есть мне нужны были не иглы, а этот. Так, по 600, да? Мне, блин, нужен вот этот, ну, блин, косарь. Ах ты ж, ё-моё. Мне очень сильно нужен вот этот. Ладно, давайте или магнит. Принимать так. Свисток принимает врагов, расходуя эмблему духа. Звук этого свистка привлекает внимание врагов. И тот идет на звук. Если захватить цель, свисток услышит только враг, на которого вы нацелились. Звук можно задержать, глубоко вдохнув так, перед свистом. Горное эхо. Да, мне все-таки нужно этот вкачать. 1600 мне нужно. У меня... Я могу это сейчас... Ну-ка. Я ушел с пути Синоби. Я выбросил протез Синоби, я не мог, как не пытался. Скажи мне, раньше кто что спасут этого... А, это уже было, да? Так, тогда до встречи. Крыша над головой для тебя здесь всегда найдется. Господин Волк, и вы здесь? Мне всегда нравилось слушать, как вырезают статуэтки Будды. Поэтому я нет, да, захожу туда. Да, семечка тыквы, которой у нас, конечно же, нету. До свидания. Так, что у нас по инвентарю? По инвентарю у нас есть благословение. Снижать урон вашей... жизни от физических атак. Можно воспользоваться там новинок разного расхода, при этом эмблема духа. Эмблема духа какие-то дорогие стали, если что. С собой один. А, я только один раз могу ее заюзать, что ли? Так, у нас 15 фантиков духа. Даже так. Ну, давай. Один кошелек заюзаем. Показать протез, улучшить инструмент. Палец, да. Теперь мне нужно 1600 косарь собрать, чтобы улучшить, и тогда мы начнем охотиться на призраков. Так, теперь мы идем сюда. А я как надо так изучить навыки. Здесь, короче, я так подумал. Давайте я, наверное, вкачаюсь. Блин, протез, это было прикольно. Но не, мне нужно, короче, вот это, чтобы мне больше давали денежку. Так, верхний монах. Дает навык верховный монах. Боевое искусство добавляет к удаче сэмпо. А, к удару сэмпо в прыжке дополнительным ударом ногой и атакой мечом. Это тайная техника стиля сэмпо. У этой техники нет единой формы. Каждый воин будет проводить атаки по-своему. Например, волк станет использовать кусакибару. Много надо. Окей. Тогда поехали, наверное, по вот этой. Хотя тут 6 нужно. Можно души прокачать. Как вариант. Кровь, шрамы. Дает пассивный навык. Запас. Так, покрывает протез. Так, ржавые пятна, символизирующие бремя грехов и владыки. Покрывающие протез Синоби следы ударов. Полезли, так обещаю, жизни, пятна на его, ясно. Ясно, давайте тогда следующее будем вот это вкачивать. Или не надо? Да, вкачаем, ладно. Так, теперь переместиться. Замок Асина. Так, это мы здесь были. Мы можем пойти попытаться убить это филина. Либо мы можем пойти наверх. Вот отсюда пофигарить наверх.
Как вариант. Блин, там же эти будут сейчас. Самураи. Можно пробежать, слушайте, по-быстрому. Может, они не заметят? Я буду как раз на крыше. Вот одно из двух, ладно. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Так, готово. И сколько ты дашь мне монет? Так было бы 30, а так 38, да? Здрасте. Теперь здесь самурай. Ага, а там нас громило. Там самурая. Мне главное, чтобы просто мне никто не помешал. В следующих действиях. Так, здесь у нас двое. Трое с бабкой. Мне на великана пойти. Вообще желания нету к нему прыгать. Ну, в принципе. Ладно. Или нет. Или не, ладно. Сейчас он меня потеряет. Город и земли постигнет беда. Не думаю, что ее министерство станет нашим врагом. Если старый господин пойдет, нас сразу же победят. Сомнений нет. Интересно. Оплатить в таком случае на продолжат? Нет смысла убегать с пустым кошельком. Так, он не в этой комнате. Воу! Блин, мне бы его как-то грохнуть. Может, мне серьезно просто убежать далеко? О. Сейчас вернемся, я его грохну. Наверное. Так, подожди, у меня есть идея. А у меня фейерверк есть? Есть. А я могу хотя так делать.
А, так у меня есть улучшенная алло искры. Долгая искра у меня есть. Воу-воу! Тихо-тихо! Ай! Чё? Ладно. Так как он меня ловит? О нет, вот это я сдох, да? Так, тихо. О. Вот опять! Что за хрень? Тихо-тихо-тихо. Тихо. Нет, 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 нет. Тихо, 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 все, 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 все. Минус гигант. Плюс бусинка. Опа, третьего уровня. Синоби снижает в. Так. Синоби сражается в одиночке без помощи товарищей, поэтому знание медицины очень важно. Изучить эту технику можно лишь после многочисленных ранений. Фух, все, у меня улучшено это. Хилюшка. Это очень хорошо. Это очень хорошо. То, что у меня хил. Так, твердый металл. Так, маслица. Бля. Надеюсь, он меня потеряет. Он потерял меня? Откуда он там вообще взялся? Ну, походу, да, он меня потерял. Но я буду осторожен. Буду-ка я осторожен. Что-то как-то тихо. Он там не один был!
Я понял. Пока. Да, пробегись. Так, все, он меня не видит. Ладно, поплыву в ту. Окей. Клёвые деньги. Я думаю, пускай они там сражаются, да, мы с вами леденцы пособираем. И все, что здесь валяется, пособираем по-быстрому. Так, то что эти должны быть макаки. Ни макак, ни хера. Так, у меня один хил остался. Что? Не хочу знать, что будет. Поэтому лучше их грохнуть. А, это ты? Вот и мои демоны явился. Я очень, кстати, я отомщу за масть монастыря. Давай без этого, а, приятель. У меня этих как бы нету. Мне бы отхилиться. Пипец, что тут происходит? Это единственное, что лучше сейчас сделать. Бежать. Это лучшее, что я сейчас могу сделать. Блин, окей. Так, здесь я уже все закончил. Теряй меня, мне нужно отхилиться. Тот мне... Ё-моё! Ты что, меня не собираешься терять? Не, я с ним далеко не хочу драться. У него очень много стамина. Не хочу. Ну, вон он ходит.
Что ты меня преследуешь, слышь? Преследует он меня. А, боже. Статуэтку можно заюзать. Чтобы телепортироваться. Присутствие с помощью дыма. Так он не остаёт, он там ходит. Ну ладно, давай. Бесит. Наверное, это классно. Пипец, он бесит. Он жесткий. Из-за него только сдали 121. И 15 денежек. Охренеть. Окей. Наверное, это круто. Наверное, это очень круто. А, пускай они там дерутся. А мы сюда пойдем. Я попытаюсь все-таки убить этого. Так, нам сюрикены, да, нужны? Волки. За них больше дают, чем за тех, понимаете? Так, а теперь мы пытаемся его обмануть. Или походу не выйдет, да?
Сари. Не думал я, что такое, как ты, может убить. Такое впечатление, что земля Хасина рычит демон. Его можно, походу, по-тихому. Минус одной сделать. Так, бежим. Мне нужно на поверхность. Ой-ой-ой. Ай! Тихо. Как он меня бесит. А, круто. Ну. Ой, тихо. Так, мне нужен противоядие. Так, огонь, страх, яд. Воу! Дрожи. 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 Так, тихо-тихо-тихо. Нет-нет, нельзя-нельзя. А где там? Блин, как это там хер называется?
Шарик воскрешения может зависнуть. Ну? Чё? А шар. Чё-то не пойму. Я думал, я могу воскреситься, когда типа шар. Чё? А что-то не врубился. Я чё-то вообще нихера не врубился. Окей. Короче, походу это было круто. Да. Ладно, пробегаем. Сразу пробегаем, побежали туда. Только не говорите, что они за мной сейчас побегут. А я много всего просрал. Да. Я считаю, что все просрал. Давай. Не, вот эти волки, они сильнее, чем обычные. Ах, ты ж ё-моё. Почему ты такой сильный? Давай, на выход. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О, тихо. И давит ты ладонь. Да ёлки-палки, ты надоел. Я его потерял. Чё? Меня сразу грохнули. Ой, тихо. Да ёлки-палки, почему ты такой жесткий?
Так. Тихо-тихо-тихо. Серьезно? Какой хер? Почему? Почему он это делает? Он просто мне не дает ничего сделать. Плюс наложение яда. Были еще какие-то вляки против яда. Я хочу типа его убить и уже пойти к этому. К филину. Блин, я так этот только потрачу. Давайте попробуем огонь. Огонь, масло. Сколько мне масла? Маслица, сколько мне маслицы? Давай. Пробуем другую тактику против врагам. Зараза. Ладно. Делаем два удара и уходим. Делаем два удара и уходим. Ну я понял, да. Это тупо. Просто тупизм. Считай, я бы его убил. Но мне его поджечь нужно. Последний раз. Последний. Последний контрольный. Мы убили уже двоих. Сколько? Двоих мы убили? Пец минус сколько? Я не помню, какой предмет у нас там сбрасывает именно шанс на воскрешение. Так, хорошо. Хорошо.
Ладно. Ну, куда мы? Ладно, от собак я тут... Ну, тут хотя бы я отхилюсь. Здесь я хотя бы отхилюсь. Бат. Нет, не отхилюсь. А чё им... О, всё нанеслось. Так, хорошо. Так. Даль. В смысле? Ух. Желтый порошок, бусинки. Ух. 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 Да, масло подошло. Так, у нас здесь тэп есть. Божественная капля. Все. А туда ж попасть можно стоять. Ух, вот это повезло, отдохнуть. Это у нас получается, мы убили гиганта. Мы убили ниндзя. Так. Здесь я не помню, что у нас было. Здесь, кажется, проход колокола. Что у нас тут было? Медитация. Переместиться. А, я вообще в опустошенной долине сейчас. Ага. Еще три. Ну, это наверху. В домике. И в домике, в домике. Ладно, давайте, короче, на этом заканчивать. Поэтому... Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.